Сегодня в городе Калининграде в районе площади Победы произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, примерно в 8 часов утра по улице Черняховского в направлении площади Победы двигался автомобиль марки «Черри» под управлением мужчины 1981 года рождения. В салоне автомобиля находился ребенок 2017 года рождения. И в районе дома номер 12 по улице Черняховского он не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие с автомобилем Mazda, в результате чего продолжил движение и уже совершил далее наезд на автомобиль Kia, в результате чего еще произошло столкновение трех автомобилей. Это три Мерседеса. В данный момент на дорожно-транспортном происшествии работают сотрудники дорожно-патрульной службы. Выясняются все причины и обстоятельства этого происшествия. На данный момент известно предварительно, что помимо самого водителя, который совершил дорожно-транспортное происшествие, а также его ребенка, который находился в автомобиле в детском удерживающем устройстве, пострадали еще предварительно 4 человека.